все условия для того, чтобы этот матч стал выдающимся. Очень непросто. Гости в следующем составе сегодня играют. Тренер избрал расстановку 4-5-1. И здесь понятна задача группы атаки – вывести центрального нападающего на чужие ворота. Мяч тащит. Не смогли они мяч удержать. Буатен. Хороший пас. Что тут получится? Это штрафной, а карточку судья, видимо, забыл в раздевалке. Все условия для того, чтобы этот матч стал выдающимся. Очень непросто. Гости в следующем составе сегодня играют. Тренер избрал расстановку 4-5-1. И здесь понятна задача группы атаки – вывести центрального нападающего на чужие ворота. Мяч тащит. Не смогли они мяч удержать. Буатен. Хороший пас. Что тут получится? Это штрафной, а карточку судья, видимо, забыл в раздевалке. Все условия для того, чтобы этот матч стал выдающимся. Очень непросто. Гости в следующем составе сегодня играют. Тренер избрал расстановку 4-5-1. И здесь понятна задача группы атаки – вывести центрального нападающего на чужие ворота. Мяч тащит. Не смогли они мяч удержать. Буатен. Хороший пас. Что тут получится? Это штрафной, а карточку судья, видимо, забыл в раздевалке. Все условия для того, чтобы этот матч стал выдающимся. Очень непросто. Гости в следующем составе сегодня играют. Тренер избрал расстановку 4-5-1. И здесь понятна задача группы атаки – вывести центрального нападающего на чужие ворота. Мяч тащит. Не смогли они мяч удержать. Буатен. Хороший пас. Что тут получится? Это штрафной, а карточку судья, видимо, забыл в раздевалке. Все условия для того, чтобы этот матч стал выдающимся. Очень непросто. Гости в следующем составе сегодня играют. Тренер избрал расстановку 4-5-1. И здесь понятна задача группы атаки – вывести центрального нападающего на чужие ворота. Мяч тащит. Не смогли они мяч удержать. Буатен. Хороший пас. Что тут получится? Это штрафной, а карточку судья, видимо, забыл в раздевалке. Все условия для того, чтобы этот матч стал выдающимся. Очень непросто.
Гости в следующем составе сегодня играют. Тренер избрал расстановку 4-5-1. И здесь понятна задача группы атаки – вывести центрального нападающего на чужие ворота.